Внучка актрисы Веры Глаголевой, 12-летняя Полина Симачева, дебютировала в кино. Дочь балерины Анны Нахапетовой сыграла роль в картине «Стук капель по стеклу». В Инстаграм старшая дочь Веры Глаголевой опубликовала снимок, на котором она стоит вместе со своим отцом, актером и режиссером Родионом Нахапетовым и Полиной Симачевой. «Девочка моя, мы сегодня с дедушкой самые счастливые. Поздравляем тебя и всю команду с премьерой. Ура! Так держать и только вперед, к новым победам», заявила Анна Нахапетова. В хэштегах она, в частности, приписала: «Моя актриса, моя дочь, дети и кино». Добавим, что у Анны Нахапетовой также есть опыт съемок. В детстве вместе с матерью она снялась в фильме «Воскресный папа», исполнив роль дочери героини Глаголевой. Кроме того, у Анны Нахапетовой съемки в картинах «С ног на голову», «Русские в городе ангелов» и «Тайна лебединого озера». Сыграла девушкой в картине своей матери «Одна война». В 2006 году она вышла замуж за артиста Большого театра Егора Симачева. Через несколько лет пара рассталась. Вера Глаголева скончалась в 2017 году в Германии. Последние несколько лет она лечилась от рака желудка, однако болезнь оказалась сильнее. Прощание с ней состоялось в Центральном доме кино. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Проститься с ней пришли несколько тысяч москвичей, а также большое количество звезд шоу-бизнеса.